Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, и вы на канале Мотохайкер. Итак, в этом в сегодняшнем видео я хочу сделать обзор на свое новое приобретение. А приобрел я вчера куртку от компании Рука Raptor Air. Об этой куртке я давно мечтал и давно ее очень хотел. И вот наконец-то зубами я все-таки решил себе ее приобрести. Итак, сейчас я покажу сначала вам небольшое, как эта куртка выглядит от первого лица. Сейчас я изменю камеру и покажу, расскажу вам, где там, какие у нее вентиляшки, какие кармашки. А уже после, естественно, покажу ее, как она выглядит непосредственно на мне. Итак, приятного просмотра. Итак, друзья, давайте сейчас более наглядно рассмотрим данную курточку. Я вам покажу сейчас у нее, какие есть карманы, какие есть вентиляционные отверстия. Ну, вообще, как оно здесь все устроено. Потом, естественно, я покажу еще это все, как оно будет сидеть непосредственно на мне. Ну, давайте начнем вот с этого. Так, у нее, у данной куртки есть вот такие вот вентиляционные отверстия. То есть они водонепроницаемые. Но при необходимости можно открыть и будет вот продуваться в области предплечья. Также есть дополнительные вентиляции вот в области непосредственно плеч. Так что это очень классно. Помимо этого всего, есть еще вот здесь вот с боков вентиляционные отверстия. Надеюсь, вам хорошо видно. Давайте на всякий случай открою вот здесь. Покажу тоже. В общем, видите, здесь вот сеточки. Так что, ну и два кармана по бокам. Это они тоже водонепроницаемые карманы, поэтому можно класть сюда, допустим, мобильный телефон, также документы. Но для документов здесь есть, естественно, внутренний карман, который я вам сейчас покажу, открыв курточку. То есть вот он здесь, внутренний карман. Здесь есть отдельный кармашек под мобильный телефон, чтобы был всегда в доступе. И достаточно глубокий карман для документов непосредственно. Все это тоже находится под влагозащитой, так как куртка, она сделана из Gore-Tex Pro, и она полностью влагозащищенная, поэтому надобность, необходимость в дождевике как бы с этой курткой отпадает. Дальше. Давайте вот я открываю, смотрим, да, здесь есть также уже по умолчанию идет в комплекте защита для груди, прикольно. И что мне еще здесь вот больше всего нравится, эта куртка, она как бы зимняя, я бы сказал. То есть она летне-зимняя, то есть за счет вот этих вентиляшек ее можно летом носить, она достаточно тонкая. Но это опять же внешний вид только тонкий, а на самом деле здесь материалы используются очень качественные. Мембрана Gore-Tex, то есть это трехслойный ламинат. Дальше. Внутри самое классное, что мне нравится, это вот идет вот такой подклад, но это не просто подклад, вот как в обычных куртках, которые там куда-то пристегиваются. Данный подклад, это есть, скажем так, отдельная куртка, то есть это по сути отдельный пуховичок. Сейчас я его вытащу, вам покажу. То есть мы вот, если его вытаскиваем, то есть это абсолютно самостоятельный элемент одежды, то есть обычный пуховик, то есть на пуху, очень удобный, теплый, классно, мне нравится. То есть такой пуховичок можно носить как отдельно от куртки, так и вместе с курткой. Ну, зимой можно, скажем так, этот пуховик носить вместо обычной куртки, ну, если погодные условия позволяют, и все, не париться, поэтому необходимость в куче курток отпадает. Далее, давайте уберем его в сторону. Кстати, к пуховику идет, в кармашке лежит вот такой небольшой чехольчик, в который можно весь этот пуховичок запихнуть и, скажем, закинуть в кофр до востребования. Далее, здесь мы видим вот такую вот молнию. С помощью этой молнии можно пристегивать куртку к штанам. То есть от этой же куртки есть еще штаны, но у меня пока их нету, я их потом приобрету отдельно. Так что, не знаю, видно вам сейчас будет здесь хорошо, нет, вот тут вот, что касается защиты, защита спина, защита груди, защита плеч и защита локтей. Все по умолчанию, используется защита 3DO. Так что, тут вот еще можно
видите, как бы стягивать. Я, правда, не знаю зачем. Надо будет поэкспериментировать, попробовать, поиграться с этим. В общем, так. Давайте теперь переверну куртку и посмотрим, что у нее сзади. Сзади тут у нее еще какой-то карман. Я, правда... нет, это не карман, пардон. Это здесь прячется защита. Да, давайте обратно ее уберем. А карман, вот он, сбоку тоже водонепроницаемый карман. Сюда можно что-то тоже класть, вот в эту область. Помимо этого, вот я вам показывал боковые, да, вентиляшки. Есть еще вот вентиляция непосредственно в спине с двух сторон. В общем, в принципе, у нее достаточно вентиляционных отверстий, чтобы ездить в ней летом и зимой. Так, друзья, сейчас я вам показываю подклад. То есть я сейчас одеваю подклад от этой курточки, который является самостоятельной отдельной курткой, которую можно носить также на выход. Ну, скажем так, пошел за хлебушком, ну и непосредственно в кемпинге. Вот мне именно нравится эта куртка вот как раз вот из-за этого. Скажем так, не надо возить с собой очень много вещей, скажем, в кемпинг. Достаточно взять вот только одну куртку и вот плюс этот подклад, кинуть в кофр и все. Допустим, если утром рано вы проснулись, вылезли из палатки, вам холодно, одели курточку и вам тепло. Или, скажем, или у вас недостаточно теплый спальник, то есть эту куртку можно использовать в качестве пижамы. То есть одел как пижаму эту курточку, залез в спальник и спишь себе комфортно. То есть от этой же куртки есть такие же штаны, то есть они имеют такой же подклад пуховый. По сути, можно использовать действительно как пижаму. То есть я буду рассматривать это именно в качестве утепления, именно для сна. Ну и, соответственно, в дороге. То есть, как вы можете видеть, да, сидит вообще отлично, как вот, как родная. Так, сейчас я вот одел курточку поверх этого пуховика, но я думаю, придется, наверное, снять, потому что иначе будет адски жарко. Ну ладно, давайте попробуем сначала так, а там будет видно. Давайте я сейчас ее застегну. То есть, на первый взгляд, вот из-за этой защиты груди может показаться, что это очень неудобно, но на самом деле все не так уж плохо. Так, вот я застегнул до самого верха. Воротник здесь неопреновый, мягкий. То есть, как бы, ничего нигде не жмет, не давит. Вполне достаточно комфортно. Так. Куртка имеет, ну, как бы, позиционируется как стретч. Но я что-то стретч особо тут не замечаю. Хотя, если вот так вот немножко делаю рукава, тяну, немножко вот в области спины, чувствуется, как она немножко тянется. Что, в принципе, не может не радовать. Ну, мне устраивает. Так, вот, давайте сейчас я ее застегну нормально. Микрофон тут, надеюсь, не собьется. Так, не, микрофон вроде не сбился, вроде нормально. Ну и давайте покручусь немножко, чтобы вы могли это дело, так сказать, оценить непосредственно на мне. То есть куртка достаточно удобная. Что касается размеров, давайте так скажу. Мой рост 180 сантиметров, и я вешусь на данный момент 85 килограмм. Ну, у меня по таблице пограничный размер между 52 и 54. 52 я мерил, но он мне показался маловат. Ну, конечно, если на перспективу скинуть 5 килограмм, 52 был бы вообще идеален. Ну, мой стандартный средний размер вот колеблется около 83-85. Поэтому, ну, я так посчитал для себя оптимальным 54 размер, чтобы было комфортно. Что мне еще нравится в этой куртке? Ребят, это не реклама, я никаких ссылок там на покупку не размещаю, просто делюсь своими впечатлениями, вот как оно есть. Мне по кайфу, я радуюсь. Допустим, вот мои зимние перчатки. Ну, любые летние дождевые перчатки, они в принципе то же самое, только потоньше. Вот смотрите, у них есть манжета. Раньше я одевал куртку, допустим, одевал перчатку и манжеты пытался натянуть поверх куртки. В принципе, на этой куртке это тоже возможно, как бы, да, то есть от ветра защищает, но когда ты едешь, капельки дождя по куртке стекают прям туда в манжету и попадают непосредственно туда. У этой куртки здесь все продумано, смотрите, здесь есть замочек, я открываю,
отодвигаю вот таким образом, это делается очень легко. Здесь идет вот такая штука, это мембрана, она не промокает. Далее одеваю куртку поверх этой мембраны манжетами, да? А потом вот это верхнее отгибаю просто сюда и застегиваю. И получается у меня манжета спрятана туда. И защита получается со всех сторон. То есть ни ветер туда не попадет, ни капельки дождя туда не скатятся. Что, в принципе, очень прикольно. И при этом ничего нигде не жмет. У меня вот всегда бесило, что когда вот с часами особенно, знаете, да? И здесь все как передавлено и некомфортно. А вот с такой системой очень даже комфортно. Мне нравится, я прям доволен. Так, что еще рассказать про эту куртку? А, забыл еще такой нюанс. Ну, не знаю, придется микрофончик сейчас, наверное, как-то снять или куда-то в другое место подвинуть. Так, давай-ка мы его сейчас попробуем вот сюда пристегнуть. Ах, блин. Нет, не пристегивается. Ладно, ребят, давайте попробую, буду его просто так держать. Сзади, там спрятаны в воротнике еще один такой дополнительный воротничок. Блин, неудобно. Одной рукой. Сейчас постараюсь его. Да, вот. Вот такая штука. Здесь есть вот застежка. Видите, вот застежка. Она вот сюда одевается. Соответственно, тут это все на этих липучках отодвигается вот таким образом. Ну и, соответственно, сзади там тоже приклеивается. Мне просто сейчас одной рукой это неудобно делать. И получается вот такая защита от ветра. То есть, по сути, данная куртка освобождает меня от необходимости возить с собой балаклаву. Потому что с предыдущей курткой мне постоянно приходится носить, либо возить с собой либо баф, либо балаклаву, чтобы ветром не задувало. А вот как раз здесь уже все по умолчанию встроено в эту куртку. Так что резюмируем. Эта куртка не для всех. Если вы райдер выходного дня, ездите исключительно в хорошую погоду и иногда чисто только по выходным, то, наверное, вам такая куртка не нужна. Если вы мотопутешественник и планируете преодолевать длинные расстояния и не один год, скажем, если вы каждый год ездите в отпуск на мотоцикле куда-то на месяц, то для таких людей данная куртка, скорее всего, оправдает себя. Несмотря на ее цену, то она отобьется с годами, потому что, это качество, это удобство. В общем, как-то так. Я просто для себя решил, что для меня эта куртка отобьется, потому что я люблю минимализм. Я не хочу таскать много всяких там дождевиков, всяких кофт, утеплителей, подкладов. Мне нужно вот, чтобы у меня была просто одна куртка на все случаи жизни. Если мне будет жарко, я снимаю пуховик снизу, убираю его в кофр и все. Помимо этого, что куртка, она сделана из мембраны, то есть она дышит, то есть ты в ней не будешь шпреть, что, собственно, классно, мне нравится. Поэтому тут каждый для себя решает сам. Что касается ценника данной куртки, то есть для простых смертных, вот у нас в Луисе она стоит 1350 евро. Это только куртка. Ну, если мне она досталась немножко подешевле, там со скидочками, то есть я за нее заплачу в общей сложности немного дешевле. Но имейте в виду, куртка не дешевая, поэтому, может быть, смотрите, какие-то спецпредложения где-то появятся, когда там закончится зимний сезон, например. Наверняка. Я где-то видел даже объявление за 1100. Но опять же, я так как я понял, что там от размеров зависит. То есть меньше размер, дешевле цена. Ну вот, мой размер 54, 1350. Так что классно. Вот я сейчас стою с вами уже несколько минут. У меня очень теплое помещение. В принципе, мне тепло. Пуховик, и мне не жарко. То есть мне комфортно. То есть я думал, что будет жарко, реально. Но на самом деле я стою, мне комфортно как бы. Очень даже неплохо. Ну вот, ребят, я надеюсь, вам данный видос с этим небольшим обзором понравился. И, соответственно, если понравился, там, жмакните лайк. Если не затруднит.
Ладно, с вами был Вилли, канал Мотохайкер. В следующий раз, когда я приобрету штаны от этой куртки, соответственно, сделаю тоже видос, покажу вам все это комплексно. Нет, сначала штаны, а потом комплексно. А уже когда съезжу в этом году на Nordcup, то есть в этом году, сейчас я воспользуюсь случаем проанонсировать свое следующее мотопутешествие, это будет летом, в середине июня мы стартуем и планируем где-то месяц в пути. Ну, а там как получится, может меньше, посмотрим. В общем, хотим проехать из Германии через Прибалтику, соответственно, подняться через Финляндию на Nordcup. Ну, а там уже Швеция, Норвегия по настроению. Как мы будем вниз ехать, мы уже решим там по месту. Так что вот такие вот дела. Поэтому, если вам интересна данная тема и в будущем видосы на тему, скажем, мотопутешествий, поездки на Nordcup, можете просто подписаться на канал, скажем так. Ну и забыть на какое-то время. А потом, когда выйдет замечательный видос, вы потом раз получите уведомление. Поэтому для этого еще не забываем жмакать на колокольчик. Ну ладно, все. Я все сказал. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, ненадолго. Все, всем пока.